Старт. Ребят, время позднее, давайте выигрывать и спать, давайте. Так, ну что, я не буду опять сильно тут комментировать, ну, да, так, чисто одинокие комментарии от меня, больше от команды, потому что смысла действительно нету никакого, команды шутят, никакой конкретики, тактик, логики, ничего, просто бегают, стреляют и все, фанятся. Поэтому больше слушайте Даню Зевса и его шутки. Да похер за кого. Серафима Никитична сейчас вот уничтожит. Найс. Давайте за атаку, гоу. За атаку или за дефенс? За дивчик. За дивчик. Не, не. За атаку. Какую атаку? Гоу. Да они будут на базе сидеть, мы будем рашить. Давайте уже рашить. Написали, мы начинаем за атаку. Все, блядь, поэтому. Все. Собрались. Гоу, бараш. Доброе утро, Сеня. Доброе утро, страна, пол восьмого в Киеве, пол девятого в Москве, ну и так дальше. В Владивостоке уже вообще, наверное, обед, а возможно даже вечер следующего дня. Но я тут рядом, на самом деле, относительно рядом с Владивостоком нахожусь. Только если по шарику в другое направление идти. Я думаю, у меня с Владивостоком разница где-то часов 5, хотя в обратную сторону. Смотрю вверх. Вентер. Ставлю бомбу. То есть там у меня сейчас местное время. Почти 12 в Владивостоке, наверное, сейчас 6 вечера. Девятка. Вверх, нет? Взял девятка. Давайте ноб. У нас 4 часа дня, пишут парни из Владивостока. Ну, ошибся на 2 часа. 5.31. Давайте мидл за. А у меня 23.31. Гоу. Давайте, позиция 1 дэн идет мейн, а мы 4 мидл и зайдем через зиг. Через давай. 7. Или как, зиг это 7. Харик заебался. Бегите, я вам дам флэш. Вообще, лазница с Владивостоком, у меня 17 часов здесь. 17 часов. Сейчас смог. Мы найдем зига. Зига тачка. План далеке. План прикрываю. Бил план. Резп. Двое резп. Давай я так же. Давай. Не побудем кодой по этой так. А? А? Counter-Strike? Что? Жесткая тактика. Что? FIFA? Фруктовый, блядь. Вэти, го. Зиг. Еще под зигом. Аплэнс одно. Зик вам взял. Кстати. Да, да, если честно, я тоже уже очень устал, ребята. Я в эфире около 12 часов сижу, втыкаю, и с самого утра я ходил. Не вижу. Решал командные вопросы, когда им надо быть на турнире. Слышь, ты В, блядь, квакалка, давай спокойно. Давайте как-то через мидл сыграем. Я на бэпуш. Сбегите к кишу, залетайте, это рисполк. Давай. Дай смолк. Ну, рейн пропустил, блядь. Дал флеш мид, отвернись. Нет кишки. Бочка красная, иди. Бочка плант, красная. Плант, плант. Бочка жив. Мидл одно. Бил план Б. Мейн. Кишку возьму. По-моему, сверху девятка. Респавнить внизу. Два. Живи. Два выходят.
Она одна, Серега. Ну, респект. Не обижай гвардианта. Гвардиан никого не обижает, он уже привык. Это просто юмор такой в команде. Они шутят друг с другом, поэтому не переживайте. Никто никого в команде не обижает. Я ебал, что она хочет стать еще раз крикнуть. Вансы. Вансы за 40 баксов я брал еще по скидке в День независимости вчера. Вчера в США были огромные скидки. Вообще они тут 60 стоят, эти вансы. Беркает. Не знаю, может быть еще есть. План. Сори. План за левым ящиком. Еще Б. Что это? Калипсо. Калипсо Iron Gaming. Это Iron Gaming умирает. 5-0. Пока что все окей. Складывается для Нави шикарно. Все уже зевают, главное зевает. Все, уки-доуки. Кто-то, блядь, умный с бомбы. Да, кстати, какую-то еду там подвезли, только другой команде. Ну, какой старик флешку умеет кидать, видели? А! Там снайпер. Измени мейн. Ну, Зиг. Смотрю. Зиг. Что Зиг есть? На пленте авик, лол. А Б идем здесь. Б? Заезд. Два. Два Б. Зато мне флешки на планету кидают. Ну, пиздец. Мид. Сверху одно. На планете где-то. Я смотрю план. Катарец. Ситуация очень тяжелая. 1-4 находится у нас капитан команды Зевс. Понимает он, где кто находится. Подобрал бомбу, будет сейчас устанавливать. Бомба устанавливается. Выбегает Сапфир и четко от Айстерлайт. Четко по таймингу убивает Даньку. Ленивый Сеня хоть бы. Да я не ленивый, ребят. Я уже очень устал, если честно. Там уже даже англоязычные зрители пишут, что retarded Russian streamer. Man, I'm not retarded Russian streamer. I'm just like streaming about 12 hours already, so... Russian even not commenting this game. Because like... Navi team is joking that much at TeamSpeak, no need to comment. Еще аплент. Тачка. У нас бэк. Плант. Плант и тачка. Плант, возвини слева. Тачку убил. Плант убил. Возьми сявик. Благодарю. Уже даже на, видите, устали шутить. Шутки закончились. Все устали очень сильно. Практически 12 ночи, а завтра вставать в... По-моему, 8 или в 9 опять. Так и живем. Пиздец. Какая нам где? Авик нет? На планете. Блять. На миде там бомба. В миде красные две. Кишка. Убил тачку. Кишка. Убил. Она сбита. Как я не убил? Мид. Как я не убил? Мид. Вот так вот я не убил. Остается одна сорлая. Как я не убил? Смотри, Гордон. Как я не убил? Вот так и не убил. Так
Так, я мейн. Хочу жрать, пиздец, блин. Да? Налево смотри, жрать хочу. Я, кстати, смог новый нашел куда-то, да, туда вот хуяришь, и он на планете взрывается. Круто. Буст меня, пожалуйста. Ну, посмотрим этот смог. Авик. Прав ли был Денис? На планете. На планете взрывается совсем. Дверь ворвалась. Ну, чуть-чуть, реально, чуть-чуть. Ну, кстати, знаете, чем хорош этот смог? Этот смог, чувак, который тут сейчас стоит, никого не убьет. Ему надо будет сюда уходить, тогда его можно подновить. Ну, или крысить смоги. Что? Ты где, чувак? Заходи на... Пиздец. Авик, где? Как раз. А, живи, живи. Зик, жди на тачку. А, она на плент прошла. Дам гвардию. Дай дроп, Роджер. Это вы. Джилли Роджер. Не? Обычный редлайн. Надо назвать. Ты говно. Джилли Роджер. Отставите кто-нибудь? Давай. Нет. Может, нас двоих кто-то подставит? Подставить двоих, взяв. Я посажу. А, справа. Личка. Не-не-не. На плате там справа, да-да-да. Алло, ВПРС, поди. Два раза. Бежит Зиг, слева. Ебать. Где бомба? Тебя боссало. А? На сегодня игры заканчиваются, это последняя карта, четвертьфинал, завтра Нави уже выходит в полуфинал, не с Непами встретится только в финале, и играет завтра далеко не самая сильная команда на этом турнире. Ну, естественно, самая сильная Нави Нип, потом вот были американцы из Exortus Gaming, с которыми Нави играли, проиграли и выиграли с счетом 16-14. Ну и, собственно, завтра Нави не с ними играет, а с другой какой-то командой, поэтому... Поэтому шансы попасть в финал велики, очень велики у команды Нави. Просто нельзя потянуть раунд 1-2 против девочек. Девочки очень жесткие. Топовая баба, блядь. Лучше чем Коко Тайга ебёт, блядь. Вообще не может. Она бэт смоки, да? Гоу бэт зарашит. Не, не кидай. Гоу. Нужен смок от... Я дам. Я накидаю с комнаты через стекло на флешке. Давай. Да, тут играют Нипы, Нави будет играть с Нипами завтра в финале. Поэтому ждите с вечера, завтра опять стрим. 4-5 вечера будет завтра стрим, я буду, естественно, работать для вас. Правда, уже, наверное, буду комментировать, опять же, не из этой комнаты, а все-таки со сцены турнира. Оно жестко стреляет с Нипа, я вам скажу. Посмотрите. Топа вообще без промаха. Вдалеке, вдали, там, за ящиком. Два мита были. Не ощущает просто. Старикс уже даже немножко нервничает. Я могу ставить. Две там. Хара и Кольба иди. Вверх дал дым, смотрю, лес. Я тебе снизу помогу. Окей. То, слева с зумом, у меня внизу. Два снизу, близко. Иваншки. Взять кому-то? Иван собрался. Иван собрался, как никогда. Эдвард. Дай мне собрать. Гранат пихни, давай. Вот. На, бомбу возьми. Меняю калаш на скару, по-моему. Меняю калаш на скару. Дигл есть. Нерентабельное предложение сейчас. Я бы поменялся. Бэр, кай. У
Взял, что скар тебе. Я тебе принесу. Двери. Там капсула, пацан. Вышла на планете. Капсула Калипсо. Капсула. Денис, тебя наоборот, блядь. Я сейчас запорю. Где сменяешь? Давай. Дай дроп, Владис. У меня спина уже... Пиздец. Ух, чипути. Буст плиз меня хожу. Кто хавать пойдет, хочешь ты? Нет. Давай выиграем, потом. Я готов яблочек в эти покушать. Пуст будет кто-то. В мейн. Справа и слева. О, за дальним ящиком сайкл, кишку смотрит. Минус. Слушай, на самом деле такое ощущение, знаете, что нужно делать команде Най? Просто зажимать конкрет. Вместе зажимать какой-то из плантов фаст. Они ж постоянно, ну, засады не делают, девчонки, никаких. Они кроют там 2-3 дефолта. И Нави просто большинством, когда зажимают какую-то позицию, они делали бы размен, стали бомбу, брали бы раунд стабильно, но... Сверх. Нави что-то похожее пытаются сделать, но не всегда. У них там кто-то идет, аркадничает в одиночку, и, собственно, из-за этого они отдали уже свой раунд. И, возможно, сейчас дадут еще один раунд. Ну, вряд ли, я такой раунд должен тащить, конечно. Ей нужны были бабки, если... Ух, хорош хедшот. Жёсткий, Иван, жёсткий. Видно, что тренировал, поимчик. Жёсткий, давай. Давайте мидл, у них эко. У меня ещё ни одного убийства с дробогама. Идёт мейн? Смотри, смотри, гвардия. 0-0-0. Что ты? Жёсткий. Подсадись, я отсадил. Фанта убил. Первый. Да, возле кишки еще. Ну, первый есть. Где-то задний. За тачкой, кто на там бегает? Ты убил, Гвардиан. Сейчас тебя обокрут. Я на Б. Ты убил на Б, да. Я не знаю, что он там. Накидайте Б кто-нибудь трое, и один мидл не смог кинти слэшками, я в кишку на Б. Жёстко так. Не, у меня жёстко, у меня жёстко. Ебать тебя дробь, блядь. У меня очень жёсткая дробь. Всё потому что громкость скачет, потому что... Громкость такая, потому что... Хелпавик и план. Бил план. Попают. Еще вверх близко или низ, не знаю. Вверх. Еще, еще. Вверх хавит. Жёсткий, жёсткий, как говорит Гвардин, жёсткий. Это Калипсо. Калипсо сейчас оборёт Зевса, смотрите, просто она его хам-хам-хам-хам-хам. Зашла еще от дроби, смотри, какие умные. Нет, что, блядь, задки? Какие они странные. Типа гремушки какие-то, блядь. Веселятся девчонки и все. Веселятся, да, чем еще делать? Чем еще делать, ребята? Только веселиться. Да, Сенька, легко не будет, да? Легко не будет. Я вас потом отвезу. Я сейчас с таксистом чуть-чуть подработаю. Арсен рядом арбуз толкает, да, подешевле, блядь? Береты? Ну что? Минеты? Где? Хорош, пожалуй. Там под Б много. Ты можешь поняли, блядь. Ну зря пошел, конечно, он дальше стреляться, ни в кого он не попал.
А вот теперь Ванька Эдвард должен разобраться в своем стиле. И это Эдвард. 12-4. Тактика у них 3D койка под выход на Б и идти на шифте. Побегает, вообще не решил. Надо сделать завтра. Завтра сделаем, отвечаю. Изи. Это нормальный потом исход? Да. Серафима! Никитична в мидлик висела уже. Ёбану. Там охраняется РС. Б занимает. Не занимает. Серафима оторвала кабинняху. Ну, говорю, Серафина, знаешь, как серьезно играют? Они бегут на. Давай, главное, покажи, какой у тебя кока там. Видать, разыгрывают. Чил, бойс. Занимай. Я не знал, что так можно. Ну что за холд нахуй? Ух, хороший хэдшот. Сеня, можешь передать привет моей девушке из 8 класса? О, я как хэдшоты дал ей только что? 8 класса. Передаю привет 8 классу девочке Данила Тесленко. Они перед Америкой буквально первый раз поцеловались. Обоссало. О, там уже принесли подкармливать Серафиму. Принесли, как это подкармливать. Она, знаешь, она когда кусок пиццы захавает, она есть. Ванёк, подсади меня, слышишь, сейчас пофанимся, подсади. И уходи, вообще можешь отдать мне. А здесь смог, да? Нет. Или много топает. Подсадка. Тоже хочу прикурить. Можешь уходить, отдай меня, иди на бэк. Там на базе сидят моксы, марумцы. Дробовиком Серафима. Одна мейн. Дробовиком Серафима в мидле. Это пода, походу, идут мейн. Я выпускаю их аккуратно. Вань, мидл могут выйти, кто не смотрит. Сейчас старик сидит. Зашла Серафима дробовиком. Мидл, а мейн навик вычисляет. Бомба мейн. Одна дверь. Дверь убил. Найс. Серафима давно была в мидле. Нахуй вы так делаете, блядь? Я поражать хотел. Я же режу. Ну, твары. Твары. Режу. Режу. Режу, твари. Нихуя! Бля, как так? Я его убил, а денег нету, блядь. За новый раунд. Потому что Серафима бессмертная. Арсенчик, Арсен, мы потом пойдем, что мы перекусим у тебя на точке там. Я знаю, там ты мясо жаришь, что-то. Трое? Четверо. Там понеслись, блядь. Это мейн бомба или дверь. А, дверь пошла, тварь. Ну, ебал. Нормально разобрались с тобой, давай пятеру. На жопса, да? Хорошая комбина, будете так играть вместе? С нипчиками, да, потреним? Нормально разобрались, братан. В паре сыграли. А, ну кто меня подсадит? Я под фишку ворвусь. Да, вот там мой зритель, есть, что за фигня? Почему этого матча не было на лаунже? Ты хотел влить $1000 и выиграть $1 с тысячи. Арсен, брат, тебя куда угодно. Смотри, я новую фишку придумал.
А потом арбузы дашь. О, пиздец, едем. Да, сколько, Серега? Под Б одна. Ничего не делаю. Молотов, ебать. А меньше что? Убило меня, да, бои. Б смотрю. Ты Б смотришь, смотри, Б. Наверное, чисто. Они ушли с мейна. Мидл что-то там. Мейн. Да, не обосрался? Закрыл дверь за собой, блядь. Мидл бежит, Серафима. Две, три, три, три Серафима. Три на Сифе. I'm sorry. Липса, она вообще не прощает. I'm sorry, guys, please. Давайте два раунда и домой все. Да, знаете, вообще два раунда. Два раунда и домой. Сейчас начнется еще. Сейчас я еще должен буду заходить. Дал туда флэш. Фи, дали бы мне зайти, я бы точно взял уже раунд. Ой, как чё-то. Какой прострельщик. Была. Открой дверь в другую сторону, да. Как? Открой дверь. Ну, короче, зайди и выйди. Ханга. У меня мид пошел брать. Мейн одна. Мид взял. Возле мейна. Че делал? Блять, мейн. На мейн пошел. Тачка. Ай, ладно. Блин, он сейчас не возьмет тут раунд и все. Он хотел написать fuck you. Ну что, ребята? Совсем скоро стрим закончится уже, еще покажу вам команду Na'Vi. Если вам нравится моя гастарбайтерская работа, вы можете всегда донатить через Киви кошелек и WebMoney. Сори, особо эти два матча я не комментил, ну, точнее, две карты я не комментил, потому что смысла в этом не было. Na'Vi фанятся, лучше послушать команду в TeamSpeak, действительно. Дверь, мейн, а, бомба. Чем я буду пытаться что-либо проанализировать в игре, в которой не поддается анализу. Ангар. Ангар будет зига. Завтра игры Na'Vi будут с 4-5 по Киеву. С 4-5 по Киеву и с 5-6 по Москве, соответственно. Поэтому не пропускайте. Завтра уже финальный день. Полуфиналы, финалы. В финале команда Na'Vi встретится с командой НИП. Поэтому этот матч, конечно же, не пропустите. Я думаю, и ставки будут, и все будет на CS Lounge. Поэтому не пропустите НИП Na'Vi финал Iron Gaming завтра. Ну, вообще, еще будет полуфинал. Ну, я думаю, Na'Vi пробует полуфинал, кидишь, конечно. Осталось. Чувак, чтобы ей взять бомбу, ей надо на трактор залезть. А осталось Сапира. Как она тебя наебать хочет? Я уверен, что она тебя обдурит сейчас. Кручу-верчу, наебать хочу. Завтра тест, конечно же, я думаю, будет в стриме, я постараюсь его сделать, возможно, ну, 100% сказать не могу, но если будет, то будет. Но опять же, не весь матч, а я буду включать, выключать, но я буду уже комментировать просто матч завтрашний, поэтому, конечно же. 16-6 заканчивается у нас вторая карта.